Всем привет! Вы на канале Pixelenger, и в этом видео я нарисую по клеточкам очень простой рисунок, очень маленький. Я нарисую мини-собачку Хаски. И для этого рисунка нужен черный фломастер, красный и серый. Если у вас нет серого фломастера, берите или серый карандаш, простой, или возьмите голубой фломастер, или коричневый. Сначала берем черный фломастер и начнем рисовать контур собачки. Начнем рисовать от нижнего левого угла. Вот эта клетка у меня будет нижний левый угол. От нее я отсчитываю на одну клеточку вправо и закрашиваю вверх 5 клеточек. От верхней клеточки идем вправо по диагонали вверх, закрашиваем 2 клеточки вверх. Кто не успевает рисовать со мной по видео, отмечайте клеточки, обводите, а закрашивайте уже позже. Ставьте видео на паузу и закрашивайте клеточки. Теперь закрасим одну клеточку по диагонали вверх-вправо. Идем влево по диагонали вверх, закрашиваем одну клеточку. Еще идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 6 клеточек вверх. Идем по диагонали вверх-лево, закрашиваем 4 клеточки вверх. Теперь поворачиваем вправо, закрашиваем одну клетку. Идем вниз по диагонали вправо, закрашиваем одну клетку. Идем вниз по диагонали вправо, закрашиваем 5 клеточек вправо по горизонтали. Перейдем вверх-вправо по диагонали, закрашиваем одну клеточку. Идем вверх-вправо по диагонали, закрашиваем 2 клеточки вправо по горизонтали. Теперь 3 клеточки вниз. Идем влево по диагонали, вниз и закрашиваем 6 клеточек вниз. Теперь идем по диагонали вниз, влево, закрашиваем 2 раза по одной клеточке. А от вот этой клеточки идем вправо по диагонали, закрашиваем вниз 2 клеточки. Еще идем по диагонали вниз, вправо, закрашиваем 5 клеточек вниз. Теперь соединяем контур вот эту клеточку. По горизонтали здесь закрашиваем 7 клеток. Теперь от вот этой клеточки перепрыгиваем одну клетку вправо, закрашиваем 3 клеточки вверх. От этой клеточки перепрыгиваем вправо одну клетку, закрашиваем 2 клеточки вверх. И еще одну клеточку вправо пропускаем, закрашиваем 3 клеточки вверх. Теперь от этого угла, от этой клетки, идем на одну клеточку вверх, поворачиваем вправо, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали. Идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 3 клеточки вверх. От верхней клеточки одну клеточку влево закрашиваем. И от этой клетки идем по диагонали вниз, влево закрашиваем одну клеточку. Теперь от вот этой одной клеточки одну клетку вниз пропускаем, одну клеточку закрашиваем. От этой клеточки пропускаем одну клетку вниз и закрашиваем вот здесь одну клеточку. Теперь от вот этой клеточки пропускаем 3 клетки вниз, на 4 останавливаемся, идем вправо, закрашиваем 2 клетки по горизонтали, это глаза собачки. От вот этой клеточки пропускаем одну клетку вправо и закрашиваем 2 клеточки по горизонтали, второй глаз. Теперь от вот этой клеточки одну клетку вниз пропускаем. Идем вправо, отмечаем 3 клеточки и ниже отмечаем 3 клеточки по горизонтали, обводим контур 6 клеточек. 3 клеточки по горизонтали, 2 клеточки по вертикали, это такой большой носик собачки, и закрашиваем эти 6 клеточек.
Теперь берем красный фломастер, у этих трех клеточек находим серединку, идем вниз и закрашиваем одну клеточку красным. Теперь берем серый фломастер, если нет серого фломастера, берите серый карандаш или можно взять голубой фломастер или коричневый. Закрашиваем хвостик собачки, вот эти три клеточки серым. Теперь от вот этой клетки идем вверх, вот эти три клеточки по вертикали закрашиваем. И здесь в уголочке вот эти три клеточки закрашиваем серым. Теперь с этой стороны от этой клетки вверх закрашиваем три клеточки. И вот эти три клеточки уголок закрашиваем серым. Вот такой очень простой рисунок по клеточкам. Это собачка, собачка хаски. Кому понравился мой рисунок, не забывайте ставить лайк под видео. Так вы помогаете моему каналу, а я буду добавлять больше интересных рисунков. Всем пока и до новых встреч на моем канале Pixelenger.